преступники десятилетиями совершенствовали искусство отмывания денег. А с появлением интернета произошла его цифровая трансформация, которая предоставила этому явлению высокую степень анонимности. И если раньше регуляторы успешно боролись с мошенниками с помощью сложных, но преимущественно ручных email-процессов, то сейчас экспоненциальный рост электронной коммерции препятствует обнаружению отмывания транзакций. Если обратиться к цифрам, становится очевидным, что данная угроза достаточно велика. Так, по данным Ассоциации электронных транзакций, от 50 до 70% онлайн-продаж наркотиков, порно-контента, а также контрафактной продукции связаны с той или иной формой отмывания транзакций. Ежегодный общий объем отмывания транзакций только в США составляет около 200 миллиардов долларов, и менее 1% от этой суммы изымается правоохранительными органами. Почему же эта деятельность остается практически безнаказанной? Как мошенникам удается водить за нос регуляторов и эквайеров? И, наконец, что же предпринять участникам финансовой экосистемы, чтобы поменять правила игры? Давайте попробуем ответить на эти вопросы вместе.